Ну что, друзья, смотрите, мы доехали. Мы находимся в деревне Рыково. Пион, фест Пион 23-го года. Это район Переславля, Переславский, да, правильно? Пойдем смотреть, что тут такого интересного есть. Рисуют здесь. Пойдем искать нашего друга. Заодно посмотрим, что тут любопытного. Пионовый рай. Видишь? Боже, аромат-то, аромат какой нереальный прям. Тут можно сфотографироваться. Ну что, у каждого любителя пионов есть возможность прийти. Посмотри, какие роскошные. Аромат-то какой. Вот так вот можно выпрыгнуть. Эй, добро пожаловать в мир пионов! Ну что, собственно, виновник нашего здесь присутствия. Спасибо тебе большое, привет. Привет, Андрей, который заманил нас сюда, на этот, наконец-то. На пионфест. Да, на пионфест. Ну расскажи, ты какой год здесь принимаешь участие? Второй год. Второй год. Да, да. Что тебя здесь покоряет, почему ты сюда приезжаешь? Ты знаешь, такой прям... Твой стенд. Ты во-первых, центре. Пионы, конечно же, вот мои любимые пионы, которые я тоже люблю. Но меня покоряет вот это место. Природа, березы, лес. Вот деревенский стиль такой, знаешь. Да, это правда, настоящий деревенский стиль. Нас же приближает земля. Земля, вот посмотри, вот мы на земле, да. Да. Тут гортензия, тут пионы. Вот тут ребята поют, вот у нас так весело, хорошо, тут столько много людей, которые кто-то что-то сам делает. Всякие ремесленники, производители. Хамон, вино, сыры, да. Прикладное искусство, растения. Да. Но по сарану увидимся. Я хотела, знаете, я хотела вам подарить пион еще с прошлого года. А, ну что, наконец-то состоялось. Слушайте, вы такие красненькие, такие клевые. Наконец-то состоялось знакомство. Андрюха, спасибо тебе большое. Вот, собственно, виновник того, что мы здесь наконец-то появились на этом прекрасном пионфест. А вот Наталья, царица пионов. И за моей спиной то, что вы видите, это невероятное царство. На котором... Сколько у вас сортов пионов? Сортов у нас не очень много, до 100, но у нас 7000 штук. Немного, до 100. Да, но количество 7000 штук. Сортов, а количество 7000. Это прекрасно. Вот да. Это все пространство, это все ваши, что называется, земли, да. В которых вы рождаете вот эту красоту, которую может каждый из вас приехать и купить. Да, где да. Можно купить? У нас здесь. Вот так вот, у нас здесь. Да, деревня Рыково. Деревня Рыково, Переславский район. Вот. Но Наталья, она такая женщина с креативом. И не просто вот на тебе красивые цветы, а тут и концертная площадка, и живой звук, и просто фестиваль, и невероятные какие-то вкусности, и еще какие-то другие питомники. Вот Андрюха здесь выставил, да? Второй раз уже. Да, Андрюша на второй раз. Год. Это здорово. За нашей спиной там вон шары поднимаются в небо, и можно прокатиться, подняться и так далее. Здесь жарили мясо, кормили пельменями, угощали вином, хамоном, сыром. Фантастика. Голодными не останешься. Как вам пришла в голову такая мысль? Пандемию. Пандемию. Когда, да, людям некуда было деться, у нас тут свободная зона, частная территория, все мероприятия были отменены, и людям некуда было поехать, ремесленники не могли реализовывать свою продукцию. И мы решили, что мы можем себе это позволить. Что мы можем на открытом воздухе вот так собрать людей и по интересам, что называется. Спасибо вам большое за это удовольствие. Мы на самом деле получили колоссальное удовольствие. И не жалеем ни капли, что мы проделали путь из Москвы сюда. А здесь великолепно, друзья. Каждый год это происходит. Да. В следующем году welcome, пожалуйста. Пионфест 2024. Ждет вас. Да, ну что, а мы пойдем смотреть пионы. И получить подарок, Настя. Ура! Да, Настя, у меня есть очень красивые сорта. У вас же есть где посадить? Есть. Да. Фирус, пожалуйста, можете это снять. First Herbal сделай Насте. Очень красивый. Это гибрид. Да. Выкопай, пожалуйста, красиво, ладно? Спасибо, да. Спасибо вам большое. Настя, прям я очень рада, что Андрей нас познакомил. В прошлом, вы знаете, вы снимаете? Может, не надо? Если не надо, он может выключить. Если надо, может остаться. Знаете, я решила...
думаю, так, какие у нас притомоцы, потому что и в интернете забила, и он съест. Первая выпала ваша публикация прошлого года. Я же просил, да. Да, я говорю, блин, Настя, да. Я вас уже еще с прошлого года полюбила. А пион так и не растет у нас ваш. Сейчас будет расти. Все. И не один. Да, уже как-то получилось. Не один, да, не один. А потому что... За два года надо. Андрей гортензии дарит людям. Вы пионы. Поэтому мы дарим. Мы так по-крестьянски с Андреем. И круто. Это здорово. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо, что вам нравится. Спасибо, что вы посещаете такие мероприятия. Знаете, ваша поддержка очень важна. Поддержим обязательно. Да. Отечественного производителя цветов. Да, да. Давайте да, фото. Давайте. Меня здесь нет. Вот на него. Видите? Хорошо. До свидания. Чтобы ее костюм был, виднелся. И выдохните, пожалуйста. Представьте быть напряженным. Прихватите ее, как в молодости. Попробуйте. Как в молодости. А, ладно, не голову. Коснись ее почти подбородка. Стоп. Ой, как классно, ребята. Кто-то вас ребята, блин. Все, все. Все закончилось. Все было очень мило. Да.